Сегодня устанавливали крылья на велосипед, у которого сзади нет мостика, перемычки между перьями. Крылья СКС Вело 65 устанавливаем на Стингер, на покрышке 27-е. Крылья 29-е. Вот так вот они встают замечательно, красиво на 27-й покрышке, прям ровно, четко. Все хорошо. Впереди мы уже переделывали пару лет назад переднюю трансмиссию, убирали передний переключатель. И за счет этого мы можем крыло поставить максимально низко, чтобы грязь не летела в педали, в ноги. Изготовили вот такую из перфоленты и термоусадки перемычку. Она обладает достаточной жесткостью, ничего никуда не болтается, никуда не бьется. Можно ее сделать двойную, тройную, вообще увеличить жесткость. И вот таким вот образом можно закрепить крыло в передней части. Ну и, соответственно, здесь все тоже подбираем. Подбираем винтики, делаем хомуты. И впереди желательно загибать вот эту штучку, чтобы крыло не сползало. Можно полностью загнуть. Я вот чуть-чуть сейчас загнул. Вот это вот место не даст сползать дальше вниз крылу. Так вот крылья смотрятся на велосипеде.